Всем привет, дорогие друзья, с вами Дориди, добро пожаловать в игрушку Брофест. Ну что ж, надеюсь, вам игра понравится. Это ИО игра, соревнования. Нужно добраться до финиша, в общем. Начинаем. Я играю вот за зеленого человечка из Майнкрафта, который взрывается, вот когда у него бомбит. Будем аккуратно играть. Тут можно писать, кстати. Чатиться. Привет. Причем по-русски, не по-русски. Так, ладно, начинаем. Что такое? Я уже погиб? Что? Подождите, я не должен был за эту зеленую жижу задевать. Окей, давайте просто посмотрим, кто вообще тут добрался. Тут есть... О, минка. Как это пройти? Я без понятия. Играю первый раз, так что, ребят, строго не судите. Если вам игра понравится, мы, конечно, продолжим в нее играть. А, так, это тоже погиб. Это как бы души наши летают и могут следить вообще, смотреть, что тут происходит. Вот такая вот карта. Как это вообще проходить, я не понимаю. Там кто-то еще погиб. А, он как бы учится. Это надо перепрыгивать, минки. Новая карта, новое задание. Блин, как же сложно тут. В смысле, нельзя было задевать за вопросик? Все, у меня уже душа, просто душа. А стены сужаются, ребят, и это аддон на Марио. Ладно, посмотрим, что там. Просто понаблюдаем, покомментируем. Да, это из Марио, ребят, кто остался в живых. Прозрачно это те, кто погиб. Еще один погиб. Про. Дариди уже погиб. Ух ты. Уточка, блин. Это игрушку сделал какой-то... Ну, это инди-игра. Разработчик кто-то какой-то сделал. Индивидуальный. Все погибли, что ли? Да, ребят, реально все погибли. Тут надо прыгать. Тут, я так понимаю, надо тоже прыгать. Тут опасно, тебя могут съесть. Я еще ни разу не доходил. А вот он финиш. Причем тут какой-то рычаг непонятный. Два человека могут только победить. Тут два победителя, я так понимаю. Но никто не дошел до сюда. Ноль из двух. Вот живые, вот два живых. Интересно, дадут, нет? А, он ждет, пока вылезет. Он, видимо, уже знает толк в игре. Все, отлично. Вот он второй, два победителя. Блистательно. Новая игра. Когда играешь первый раз, реально так сложно все. Давайте посмотрим, как другие играют. На чужих ошибках надо учиться. Так, тут... В смысле? О, ребят, я застрял. Тут два раза прыгать-то нельзя. Мне хана, все. Печаль. Все. Видите, я прозрачно, значит, я погиб. Тут много кто застрял. Тут дело в том, что нельзя падать. Если ты упадешь, то тебе хана. Слушай, довольно-таки суровые испытания, суровые челленджи. И знаете что, игрушка довольно-таки простая, но она затягивает, да? Ой, так, не туда пошел. Там что был? Там, видимо, тупик был, он зря ходил. Да, ребят, тут надо выбирать, поверху или по низу ты пойдешь. Тут он правильно, смотрите, угадал. А причем за тобой гонится штука с шипами, и можно проиграть. Ах ты, нет, тут тупик. Смотрите, идет назад. Ну, давайте проследим за ним. Вика... А, за ней. Вика Соловьева. Давай, давай, ты сможешь. А души, я так понимаю, я не вижу. Тут надо быстро заползти. Быстро, давай, Вика. Молодец. Так, сюда, влево. Вправо, блин, если она не успеет, то... Только она, потому что там штукенство уже едет, я думаю, уже рядом. Отлично, справилась. Молодец. И сверху справа написаны очки. Сколько дадут ребятам очков. Все, она победила. Тут максимум 4 человека могут выжить. И что это значит? В смысле, игра закончена. Че, ждать, пока 40 секунд пройдут? Ваня Лупу. Что? А че он не проходит? Ну, хочешь подождать, что там? Там пустота какая-то. Наверное, все ждут Ваню Лупу. Я уже запутался. Ладно, подождем 25 секунд. Ну-ка вот, заходит. Нет, не заходит. Что ты встал-то? Заходи уже. Он издевается над нами. Он... Вот
Ты школьник или кто-то? На последней секунде по-любому зайдет. Все его ждут. Вот, 3, 2, 1. Он не заходит. Я не знаю, что. Может, он не знал, что делать. Но это же так просто, элементарно. Так, тут я прыгнул, хорошо. Смотрим, что они делают дальше, потому что я не знаю. Так, я реально не знаю, что тут делать. Ребятки проходили, я думаю, они знают. Кто-то уже погиб. Так, прыгаем. А, все, я погиб. По крайней мере, смотрим, что тут происходит. Тут надо просто проехать по этому кругу. Как не запрыгивать? Тут я упал, я не мог запрыгнуть. А, надо на это кнопочка. Я думал, это минка. Нужно нажимать на кнопочки. То есть тут кому-то что, придется остаться, пожертвовать? А ему никто не откроет кнопку. А, все, 6 победителей только там было. То есть в каждом уровне определенное количество победителей. Так, ладно, я понял. Прыгай, прыгай, отлично. Нажали на кнопку. Не обязательно нажимать на кнопку. А, вот, надо нажать на кнопку. Лифт откроется. А, теперь мы идем с двух сторон. Все, я понял. Блин, так, открываем. В смысле, а нам что, никто не откроет? Мы просто заперты. Эй, ребята. Тут должны друг другу помогать. Отлично, отлично. Так, что дальше? Спускаемся вниз. О, еще, еще. Я должен победить. У меня еще есть место одно. Все, отлично, ребята. Мне тоже какое-то количество очков дали. Я 12-й пришел. Ну, хотя бы где-то я. Знаете, на что эта игрушка напоминает? Кто играл ВКонтакте в Трагедию белок, меня поймут. Очень похоже, только она более простенькая и доступна. Всем, каждый игрок, каждый человек может поиграть в эту игру. Если соберем ряд 100 пальцев вверх, я продолжу играть в эту игру. Но мне очень нужна ваша поддержка. Так. Тут у меня уже более хорошо получается. Вот это крутая ветка. Тут я лоханулся. Зря поторопился, зря. Так. Давай, бро. Давай, 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 давай. Молодец. В смысле, я погиб? За желтую нельзя одевать. Это из Deep.io. Это аддон на игрушку Deep.io. Да? Танчики, которые, знаете. Тут очень много таких пасхалочек. Они все лифт ждут. Посмотрим. Встают на лифт. Кто-то рычаг должен нажать. Нажать на рычаг и запрыгнуть. Тут же сколько погибло людей. Так, а тут лава, нифига себе, ты как вообще туда забрался? Вова, и в самый низ спускается. Зачем? Или он уже победил? Так, чуть не упал. Хотя хочет быть первым, смотрите. Зачем торопиться? Проз, куда ты прыгнул-то? Все. А, игра не будет пройдена, если меньше 7 человек прошло. То есть ты должен идти помогать другим. Угу, это коллективная такая игра. Тут обязательно должно быть 7 человек спастись. То есть теперь они должны кого-нибудь довести. Ясно. Ясно, понятно. Вот один прошел и пошел другим помогать. А что в самом низу там? Большое-большое дерево. Нужно побродить. Ну, прикольная игрушка. В принципе, такую игрушку я бы тоже, думаю, мог бы создать. Но это тоже, ребят, хоть она и простая, но это большое количество времени. Самая главная идея есть. Если найдется какой-нибудь художник, игрушку можно реально очень крутую сделать. Так. Проходи. Бро, ты чё стоишь? Чё, у меня чекпоинт или что такое?
Level 2. А, то есть я отсюда буду начинать уже в любом случае. А давайте попробуем вниз прыгнуть. О, отлично. Не обязательно поверху было идти. Ах ты, как долго приходится ждать. А, блин, рычаг запускается. Это красный рычаг запускает красный. Вон оно как. Все, мы теперь не дойдем. Кстати, пошли. А, он погиб и начал сверху. Все понятно. Тут погибнуть нельзя. Тут, ну, лучше надо дойти. Так, а что тут? Что тут надо делать? То есть, кто поверху должен нам нажать на кнопку? Кто идет поверху? Ну, давай. Это третий левел. Давай, аккуратно. Мы в тебя верим все. Сделай это, сделай. Открой нам дверь. И эта дверь откроется. А, все, он поверху обошел, нажимает на кнопку. А, то, что он первый, все, отлично. Он издевается над нами, смотрите, ему надо нажать на кнопку. Он не нажимает. Мы же ему нажимали. Кто Тим? Я выпу. Пущу. Вот Вика издевательница, смотрите. Я первый самый. Отлично. Оба-на, нифига себе. Что это такое? Они скользкие. Вау. Тихо, полегче. Можно упасть. Вау, это опасно. Отлично. Ой. Я упал. Интересно, а, надо провалиться вниз. А потом уже поверху идти. А, сейчас друг друга нажимаем. Нажимать надо. Чтобы ступеньки делать. И так можно забраться. То есть это такая коллективная игра, в которую один ты навряд ли выиграешь. Смотря еще какой уровень. Тут 5 должно пройти обязательно. Если 5 не пройдут, видимо, очки вообще никому не засчитаются. Почему они не проходят? Вот есть люди, которые ждут кого-то, чего-то. И приходится из-за них задерживать видео даже. Ну давай, заходи уже. Заходи, тебя все ждут. Ребят, ну почему такие люди странные? Чуть-чуть надо подойти. Вот кого он ждет? Зачем? Зачем издеваться? Вот чисто из-за этого мне игра не нравится. Почему такие ребятки сидят? Ну зайдите уже кто-нибудь. Почему он стоит? А, не, он уже заходил. Ну ладно, прощаю тебя. Тебе все, наверное, простят. Блин, тут сложно, тут запутаться можно. Скин одинаковый, тоже зеленый. Блин, это кубик. Сложно на нем прыгнуть. Так как же сложно, вообще очень сложно прыгнуть. Я тут самый последний. Я же жму прыжок. Или вверх. Сначала вверх, потом... Я не понимаю. Как они так прыгают? Как же тут сложно? А, все. А чтобы она прямо была. О, спасибо. Бро помог нам.
Отлично. А кто нажмет эту кнопку? Почему геймер не нажимает? Вот любят они издеваться. Все, 9, 11. Они просто угорают и издеваются. Ну уже. В общем, ребята, я показал вам игрушку. Ссылку на игру оставлю под видео под описанием. Это его игры. Тут реально можно поугарать. Но вот люди, правда, конечно, тут вообще очень сильно издеваются. Вот как видим. Может, мне, конечно, попались такие. Вот нет бы уже нажать на кнопку и дальше пойти. Так, нет. Ну, тут можно попереписываться. О, давайте, ладно, последняя игра. Что-то надо сделать. Нас сейчас всех раздавят. Давайте попрощаемся. Я не вижу, я не вижу. Так. Отлично. Так, понятно. Чуть не раздавили нас. А вот тут уже опасно. Блин, я не вижу ничего, я не вижу. Все погибли. Тут реально не видно, потому что слишком много ребяток. В общем, вверх, вверх, вверх поднимаешься. Там лава уже будет. Зеленая какая-то жидкость. Посмотрим карту. То есть лифт будет подниматься, и тебе надо будет тут прыгать, прыгать. Все, 4 игрока тут выигрывают. И не знаю, зачем они тут дальше, чтобы спрыгнуть вниз. В общем, ладно, с вами был Дарит. Всем до скорого. Пока-пока.